Я хочу сейчас представить мою дочь Лойс. Она написала новую песню, которая мне очень нравится, и которую она споет. Она еще сама скажет пару слов о тексте, но это наш единственный шанс, который мы видим. Мы сказали, мы боремся нашими устами. Наш меч — это наши уста, это наш язык. И не только, когда речь идет о военных темах. Но давайте запечатлим это в нашем сознании. Это наше оружие, которое исходит из наших уст. Все остальное скажи ты, пожалуйста, Лойс. Спасибо. Да. Вначале я хочу сказать, что это не свадебное платье. Это антивоенное платье. И я его сегодня одела для всех тех женщин, которые потеряли своих мужчин в последние недели, месяцы, годы. У некоторых, может быть, свадебное платье висит в шкафу или висело для венчания, а мужчина больше не вернулся. Я работаю для Medien Klagemauer TV, руководителем проекта, и вижу эти снимки. Люди со всего мира могут посылать нам свои жалобы и обвинения. И приходят эти фильмы, снимки, вопли людей. И я вижу всех этих мужчин, как они лежат разможженные на полу, как они лежат растерзанные в лужах собственной крови или сложенные грудами трупы. Мужчины, которые никогда не вернулись назад к своим невестам, подругам, к женам, детям. И единственная надежда, это папа только что сказал и всегда нам говорил, наше единственное оружие — это слово. Это слово. Показать, что такое тьма, что такое свет. Показать, где ложь. И это есть меч, который разделяет свет и тьму. И я пою, мое слово — это мой меч. Оно разделяет свет и тьму и готовит воинов сейчас наконец-то встать и больше не идти, когда они втягивают нас в войну. Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat
sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss. Jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert.